Сегодняшнее приключение... Собрать глоньков! Глоньки — это маленькие затняшки, что крадут все и вся на своем пути. Зачем эти гуманоидные ладушки это делают? Как их остановить? Это вам и придется узнать. А теперь удачи и веселитесь, мои маленькие звездочки! Как отсюда выйти? Просто постарайся успокоиться. Все будет хорошо, новенькая. Мы все через это прошли. В цифровом цирке всем управляет Кейн. Он искусственный интеллект. Он как-то залез ко мне в голову и всем управляет. Этого всего не существует! Все же приключения дают возможность занять себя, сохраняя разум здоровым и чистым. Ее тоже не существует. Ребята, что мне делать? Мне надо как-то отключить искусственный интеллект. Напишите в комментариях под видео. Так, сними продолжение мороженщика. Ну не знаю, я думал, там уже законченная история. Тима, я тебя очень сильно люблю. Вау, спасибо, я вас всех тоже очень сильно люблю. 043. Лицо Тимы – отдельный вид искусства. А вы видели этот момент? Мне он тоже нравится. Надо выключить интернет, и искусственный интеллект будет подвисать. А вот это уже идея интересная. Думаю, отключить роутер точно не помешает. Мы останемся здесь, где я смогу не спускать своих сотен всевидящих глаз с вас. Привет, Кейн, я люблю тебя. Пошли-ка отсюда, пока луна не завелась. Он меня так просто не пропустит. Он знает, что я собираюсь сделать. Нужно его как-то перехитрить. Хорошо. Ну в туалет. В туалет же я могу сходить? Попробуй. Это будет сложнее, чем я думал. Я просто иду в туалет. Сопровождать мне не нужно. Бред, это все какой-то бред. Роутер находится на первом этаже под лестницей. Но они меня туда не пропустят. Надо как-то туда добраться. Что делать? Что же делать? Что можно сделать? А что если вылезти на улицу через окно? Ты чего там застрял? Тебе помочь? Нет, я уже скоро.
пропал! О, пузырек! Ты всегда знаешь, как заставить меня сказать это предложение. Что? Оповещение на моих Wacky Watch в такой час? О нет! Кто-то вышел в пустоту! Они же сейчас испортятся! Вот так вот! Что тут, черт возьми, произошло? Ах да! Моя работа! Блин, мне отсюда не выйти. Мне следует извиниться за то, что солгал о выходе. Я знал, насколько вы все хотели, чтобы он был, но, знаете, у меня было куча проблем с идеей, что же сделать на другой стороне. И в итоге я так и не закончил. И вы знаете, как мне не нравится. Нет, этого всего не может быть. Это какое-то безумие. Это уводит вас в лесу. Это все из-за него! Все, больше никакого интернета! Удалю все каналы! Больше никаких игр! Все, буду жить реальной жизнью! Удаляю канал Супер Тима! Удаляю канал Супер Тима Геймс! А это все сон! Я просто устал, я просто переиграл. Мне просто надо выспаться. Вот я высплюсь, и все будет как раньше.